нас всю неделю рекордная жара, снова уже просто 3 часа дня, и дома невыносимо сидеть из-за этой духоты. Поэтому на пару часов еду к друзьям в бассейн и покажу вам немного наш бассейн городской. 3 года живем в Польше, я ни разу не была там до этого лета. На этой неделе мы уже 3-й раз там, и он просто потрясающий. Если идете на целый день с 9 до 7 вечера, цена стоит 8 злотых. А если вы с 3 часов дня и до 7 вечера заходите, то 6 злотых. Наплавались и накупались до самого закрытия, скакали наконец-то на этих горках. А вообще здесь огромный один бассейн, полоса препятствий. Чуть дальше детский бассейн, где, наверное, вот так вот воды. Есть еще совсем-совсем для детишек. Песочные пляжи есть, травяные пляжи. В общем, такой очень классный комплекс. И мы сегодня с Никулькой надо дать уже булочку. Купались и гоняли весь день просто до самого закрытия. Кстати, впервые в этом бассейне во время уже закрытия. Только что была сирена, сняли флаги, все люди вышли и нас тоже уже выгоняют. Николь, тебе понравилось? Мы весь день гоняли по горкам. Ну, я с половиной дня, когда уже стало совсем невыносимо работать дома. Вся загорела. Там чуть дальше 2 волейбольных поля песчаных. Есть... Вот там вот кафешечка, где можно купить различные запеканки, тосты, кукурузу, ну, в общем, всякие такие снеки, чтобы не быть голодным здесь. Кстати, в субботу они с меня взяли 11 злотых, а с ребят по 8. Я не знаю, чем это вызвано. Богатые просто спонсируют и инвестируют в социальные проекты. Если бы не Ленка, этого бассейна вообще бы не... Кстати, реально очень крутая такая территория для разных возрастов, разных компаний. Здорово. Если вы будете в Аполе и будет очень жарко, обязательно посетите этот городской бассейн.